Сегодня украинские и зарубежные СМИ растиражировали новость о том, что президент России выступает за введение миротворческой миссии на Донбасс, но на определенных условиях. Миротворцы должны стоять только на линии разграничения и только для защиты наблюдателей ОБСЕ. А российский МИД уже направил соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совбеза ООН. Напомню, президент Украины Петр Порошенко высказался за введение миротворцев на Донбасс еще в 2015 году, после чего не раз поддерживал это предложение. Этот же вопрос он собирается поднять лично на Генеральной Ассамблее ООН уже 20 сентября. А вот сегодняшнее заявление российского президента не оставили без внимания в украинском МИДе. Оприлюднена інформація про заяву президента РФ свідчить про чергове намагання Росії як сторони конфлікту представити агресію проти нашої держави внутрішньоукраїнським конфліктом та спотворити саму ідею та цілі запровадження миротворчої операції, що не буде слугувати досягненню головної мети відновлення територіальної цілісності України. В настоящий момент ООН проводит 15 миротворческих миссий по всему миру. Каждая утверждена соответствующей резолюцией Совета Безопасности. Решение о миссии на Донбассе и о том, как она будет действовать, также должен принять Совбез ООН. То есть за него должны проголосовать 9 из 15 стран-участниц, в том числе 5 постоянных членов.